Дорогие друзья, если вы заблудились в зимнем лесу или в любом лесу, в горах, где-нибудь в тайге. А где угодно. Да хоть где угодно. В Крыму. Да, хоть в Крыму, блин. Хоть в своем парке, в трех соснах. То, чтобы выжить, если с голоду помирать, можно есть вот такую вот плесень. Белая. Да, вот именно такую белую плесень можно есть. Приятного. Она безвкусная, но калорий вам добавит. Очень полезный. Вкусно? Да. Сейчас все-таки вкусно. Выживаем. Выживаем. Всем спасибо. Удачного дня. Рот вытри.